ты ее ставь на место. Так, это буква. Это какая? О. О, буква ставь давай. Это какая? Папа. Папа, да? Папа. Привет. Папа. Вот тут она живет, да, это ее место. А это какая? Это твердый знак, да? Твердый знак. Папа. Папа. Папа у нас твердый знак. Угу. Ставь. Наоборот. Папа. Да, папина буква. Наоборот, вот. Это какая? Жужжит она, да? Жук. Вот тут она живет, правильно. А это какая? Когда большой ротик, да? А, вот так. А это какая? Н. Носик. Носик. Н. Н. Носик, да. Ставь на место ее. Вот ее место, правильно. А это какая? И. И, правильно. Улыбаемся мы широко, да? И, вот так. И, улыбаемся. Вот тут она живет, да. А это какая? Мама. Это какая? Ви. Ви. Ви, ви, называют. Ви, ви, баба. Ай, ай, ай. Нет, буква ворона только еще будет. Это б, баба, да? Б. Ставь давай ее. Мама. А где живет буква Б? Мама. Да. Где буква Б живет? Вот тут, молодец. Ставь ее красиво. Наоборот. Еще наоборот. Ну, переверни немножко вот так. Вот так. Вот так еще, да? Вот так. Ставь. О, подошла, да? Молодец. Это какая буква? Хрюша буква, да? Х. Да, вот здесь живет. Все правильно. Твердый знак убежал. Ставь на место. Ах, он какой? Убежал. Ну, ставь. Прежне. Так. А Хрюша ставь на место. Хрюша. Так, наоборот, да? Вот так. Так. А теперь какая буква у нас будет? Смотри, вот есть буква Х, Хрюша, да? А есть какая? А есть буква Киса у нас. Скажи К. К. Скажи К. Киса, это да. Друга это давно. Да, вот тут она живет, все правильно, красная тоже. Молодец. А какая это буква? Ай, ай. Да нет, это буква Гуля. Г. Г. Гуля. Ур, ур, Гуля говорит, да? Гуси, гуси, га-га-га. Да наоборот, только вот так, да? Гуси, гуси, га-га-га. Молодец. А это что за буква? Ки. Это чайник, да? Ч. Или чайка. Чайка. А, чайка говорит, да? А это? Я. Это цапля. Ц. Скажи ц. Ц. Ц скажи. Молодец. Ну скажи ц. Папа. Ц. Папа. Папина буква, да. Ставь на место ее. Папа. Папа. Спасибо. 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 Держи, поставишь на носочку ее? Ставь на место. Садись. Дальше будем букву ставить. Вот тут будет потом. А это что за буква? Пчелка как у нас говорит? И муха как говорит? Зззз. Вот так, да? Летает и говорит зззз. А это что за буква? В. В, молодец. Ай, ай. Это ворона каркает. В, ворона, да? Кар, кар, ворона. А это голубь, Гуля. Ур, ур. А где ворона живет? Вот, вот тут, буква В. Да, вот сюда. Ай, ай. Да, давай, ставь. Ай. А это что за буква? Нет, это ставь вот так, хорошо. Это В, а это Б, да? В, баба, в, ворона. А это какая буква? Какая это буква? Ди. Д. Деда. Д.
Деда Бубу, да, называется? А это что за буква? Носик, да? Н, носик. Н. Носик, да, носик у мамы тоже. Ставь на место. И у папы носик. Держи. Это что за буква? Это мягкий знак, да? Мягкий знак. Луна, конечно, здесь тоже подходит, но здесь же, смотри, синенькая, а тут розовая. А это какая буква? Аф. Это буква собачка. С-с. Вот здесь она живет, буква С. 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 Собачка. А какая вот эта буква? Мама. Мамина буква. Как она называется? Ты. Ты. Все правильно. Мама. Мама Таня, да? Таня, мама, вот сюда ставь. Мама. Мама. Это тоже мамина буква. Что там у тебя? Кто кусает? Кто там у тебя? Кто там, мама? Это семечко прилипло. Садись. Маленькая пауза. Мама. Ставь букву Т, мамина. Мама. Это же буква У. А ты букву Т куда ставишь? Ди. Вот сюда, да? Ди. А такая буква? Ты такую знаешь? Щ. Щука. Щ. Щегол. А сюда не подходит, да? Потому что хвостик. А тут подходит. А щёс. Это? А это какая? Это Ш. А это Щ. Ша и ща. Да? Ша и ща. Вот, молодец. А такая буква? Кто у нас говорит Р? Тигр говорит Р, да? Собачка тоже говорит Р иногда. Вот сюда пальчики пихать не надо. Ставь букву Р. Где? Да, где она живет? Где у нее место? Где у буквы Р место? Ну перестань. Ну перестань. Где буква Р живет у нас? А где у нее место? Смотри, она плачет, хочет домой. Она плачет, домой хочет. Где у нее место? Ну-ка поставь букву Р. На место. Где она живет? Где у нее место? Юра, некрасиво так. Некрасиво так себя вести. Мне не надо. Буква Р очень хочет домой. Хочет домой. Где у буквы Р дом? Где дом у буквы Р? Покажи, где у буквы Р дом. Где у нее дом? Очень красиво, Юра, молодец. Это была хорошая попытка. Примерно с 90% выполнением. Это еще не все, сейчас он успокоится, наиграется, мы продолжим. Давай быстренько ставим буквы все по местам. Это где буква живет? Папа. Папа, где живет? Где папа живет? Давай скорее, бегом, бегом, бегом. Папа. Где буква П живет у нас? Где живет? Некрасиво так себя вести. Ай-яй-яй. Следующую дашь. Держи. Мама? Мамина буква, да. Вот здесь она живет. Давай ставь. Это буква У, да. Ты сначала М поставь. Нет, сначала нужно М поставить. Мама тебе даст букву. Сначала М поставь.
Изи, говорит. Изи. Букву Э поставь. Молодец. А это что за буква? Е. Э. Е. Нет, Е вот здесь, а это Э. Е. Это Е, а это не подходит, значит, это не Е. Да? А какая это буква? Е. Это Э. Е. Э. 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 Это папа. Предыдущая версия папы это Э. Ставь букву Э на место. Папа. Папа, вот, да. Ставь букву Э. Мама тебе следующую даст букву. Давай, ставь букву Э. Ну, ставь на место. Она хочет домой, плачет. Говорит, уже поставь меня на место. Я хочу домой, поставь на место меня. Ой, молодец. Молодец, молодец. А что это за буква? Е. Ё, да? Ёжик. Буква ёжик. Вот здесь живет. Ну, Ё, ёжик. И. Это Д, правильно. А это буква ёжик. Буква ёжик у нас где живет? Вот здесь, да? Кусила буква Я тебя. Ставь букву Ё на место. О, упали все буквы, да? Мама. Ставь сюда. Мама. Мамина буква, да. Мама? Угу. Мама? Это тоже мамина буква, да. Ты что, будешь дальше ставить? Садись, Ядушка. Давай, ставь. Ставь букву еще. А эту букву ты тоже знаешь и любишь, да? Вот она, смотри, вот так идет, вот так они. Две фигурки в этой букве. Это какая буква? Какая буква, Юра? Я. И буква. И. А вторую часть ставь. Вторую ставь тоже. Ну это все вместе буква И. Ставь обе части. Эту и эту. И это буква И все вместе, да? А эту букву поставишь? Это мягкий знак. Смотри, мягкий знак вот так ставится. Молодец. Какой еще буквы не было? Вторые все были? Давай еще поставим вот такую букву. Что за буква? Какая буква? Мама. Маленький ротик, когда мы делаем. У, да, буква У. Давай по очереди, по порядку. Это смотри, у нас есть буква И. Как мы букву И говорим? Скажи И. Это мы так улыбаемся широко, да? Смотри, вот так. И. И. А теперь мы поставим к ней хвостик. И какая буква получится? Какая теперь буква? Е. Е. Э. Вот так И. А вот так с хвостиком. Е. Е. Какую букву еще поставим? Давай, бери сам. Бери. Одну букву бери какую-то. Одну букву давай сюда. О, вот эту мы еще не ставили. Какая буква это? Ну, бери букву. Какая это буква? Мама. А куда мы ее поставим? Куда поставим? Вот сюда мама тебе будет ставить. Ну ладно. Давай следующую. Это что за буква? Какая? Е. Вот это? А куда ее ставить? Вот сюда? Это какая буква? Е. Это Т. Таня, да? Мама Таня. Мама? Таня. А это какая буква? Е. Маленький ротик, когда мы делаем. Маленький. Маленький ротик. Нет, маленький. Да? А куда мы ее поставим? Эту букву куда поставим? Только скажи скорее, куда поставим букву У. Где она живет у нас? Где буква? А куда ее поставить? Я же не знаю, куда поставить ее. Буква вот сюда. Это что за буква? Как она делается, буква? Собачка буква, да? С. Это какая буква? Такой еще не было. Эля. Лисичка, да? Лисичка буква. А куда мы эту букву поставим? Смотри. Куда поставим такую букву? Это куда поставим? Папа. Ну куда поставим? Буковка плачет тоже. Куда мне встать? Где мой домик? Где мой домик, говорит буковка. Вот он. Спасибо, Юра говорит. Спасибо, спасибо. Давай еще букву поставим.
Давай еще поставим букву какую-нибудь. Куда поставим? Это что за буква? В. Ворона, да? А куда мы поставим ее? Это Е. А буква В где живет? Вот сюда, да? Давай я поставлю. Это буква Ща. Да? Ща. Папа, папина буква Ща. Не знаю, не знаю. Давай еще букву, давай скорее. А это что за буква? Е. Е. Куда поставим? Е. Вот сюда. Молодец. А следующую букву давай. Какой молодец, Юраша, как быстро дело пошло у нас. Какую букву берем? Одну давай возьмем какую-то? Одну давай букву, одну только. Куда мы эту букву поставим? Это что за буква? Это чья буква? Это какая буква? Папа, да? Папина буква. А это? Ви. Б, да. Вия, баба. Ви. Это твердый знак, да? Наоборот. Так. Это что за буква? Молодец. Ставь ее на место. Фыр-фыр, да? Фыр-фыр эта буква делает. Куда мы ее поставим? Это буква Ч. Чайник. Чай будем пить, да? Чай. Ч. Это какая? А. Ставь на место. А это какая? Какая буква? Хрюша? Как она говорится? Х-х. Да? Ха буква. Ха. А тут какая буква к нам пришла? Смотри. Что за буква? Смотри, кто к нам пришел. Смотри, кто пришел к нам. Привет. Привет. Это какая буква? Да. Какая буква? Как она говорится? Вот здесь живет. А как ее зовут, эту букву? Как ее зовут? А это, смотри, пришла к нам. Сейчас она Юру как. Ам. Что за буква? Ну-ка скажи. Жжж, которая жужжит, летает, да? А куда поставим? Вот сюда, ставь. Прежняя. Ну ладно, пусть так. О, а это буква. Как эту букву зовут? Как ее зовут? Она шипит, да? Как она шипит? Шшш. Вот так шипит, да? А это? Как мы говорим? Буква О, куда поставим? Вот сюда, молодец. А это, смотри, кто к нам пришел? Что за буква? Папа, Шин, смотри, есть. Это Ц. Ц. Цапля. Где она живет? Я домой хочу. Ну-ка, плачет, хочет домой. Куда мы ее поставим? Где у этой буквы домик? Смотри, чуть-чуть осталось. Смотри, буква домой хочет. Куда мы ее поставим? Куда поставим ее? Куда мы ее поставим? Ну-ка давай. Где у нее домик? Ну покажи пальчиком-то хотя бы. Пальчиком покажи, где у нее домик. Хорошо. Какать? Угу. Какать пойдем. Что, что было? Хорошая попытка. Ну, осталось вот так уж. А это, ну, что за буква? Надо прерваться, кажется, на кое-что посерьезнее. Что за буква? Мама. Он, по-моему, зовет. По-моему, тоже. Ой. Вообще, мы сейчас хотели ехать на набережную, к музею Мирового океана. И даже сегодня мы видели и видим куски синего неба. Но проблема в том, что там шквальный ветер. А у нас все только выздоровели, поэтому мы, наверное, рисковать не будем. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить.
ходить восток и юг, рисовать квадраты круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать.